Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 24-летнего парня в доме на ремесленном проезде в городе Твери. По факту убийства Заволжским межрайонным следственным отделом Твери регионального следственного комитета продолжается расследование уголовного дела. Патрульная служба работала на месте преступления. О пропаже мужчины в полицию заявила его мать. Это было с пятницы на субботу 23 октября. С тех пор следователи и сыщики разыскивали пропавшего человека. И вот обнаружили его тело. Труп лежал в подвале и был прикрыт фанерой, так что заметить его было сложно. В ванной комнате дома, где парень жил вместе с матерью, найдена окровавленная куртка пропавшего. Орудием убийства, по всей видимости, стал нож. Человеку перерезали горло. По данным следствия, в день убийства молодой человек употреблял спиртное. Там был притон. Сколько раз милиция приезжала, разгоняли их. На месте работала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Заволжского МСО, оперативников уголовного розыска и следователей-криминалистов. В ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий задержан мужчина 81 года рождения, причастный к совершению преступления. По версии следствия, в ночь на 24 октября в квартире, расположенной в общежитии по ремесленному проезду города Твери, компания из 4 человек распивала спиртные напитки. В ходе распития между двумя мужчинами произошла ссора, после чего для выяснения отношений они вышли из квартиры в коридор первого этажа, где гость нанес неприятелю несколько ударов кулаками в область головы, затем завел последнего в ванную комнату общего пользования и неоднократно ударил ножом в область шеи потерпевшего, а затем с целью сокрытия следов совершенного преступления спрятал тело погибшего в подвале данного дома. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.